Здесь то, что ты удержал, это твое, да? То, что ты отдал, это потеряно. Там наоборот, то, что ты отдал, это ты, как будто бы ты получил, а то, что ты задержал, это как будто ты потерял. То есть там все, ну, к этому быстро привыкаешь, но пока живешь в этом теле, это непонятно до конца. То есть это как бы кажется чудным даже, очень странно. И я об этом ничегошеньки не знал абсолютно, но оказавшись в той ситуации, я очень быстро сообразил, что к чему. И понял, что я очень опозорился. Потому что все, что я умел в жизни до того, хотя ну, подростком был, знаете ли, это только лишь мне, я, мое, и это было просто позорно. И знаете, и я даже Богу пообещал некоторые вещи, которые, правда, до сих пор не выполнил, к стыду говорю. Как-то странно, наверное, нам людям столько времени не отмеряют, все мало будет, я так подозреваю. Что даже хоть 100 лет, дай тебе, значит, можно не успеть сделать элементарные вещи. Как бы, как ни парадоксально это ни звучало. Но, знаете, среди прочего, я сказал, что если я буду жить, думаю, а чем я буду заниматься? Как, что я могу сделать? И знаете, единственное в жизни, что я мог делать земной, тогда хорошо, это рисовать, писать. Это я умел, и мне это нравилось. И я так подумал, сказал, как бы там одно и то же это. Что если я буду еще жить, то я буду картины писать, наверное, рисовать, писать такие, чтобы люди смотрели и лучше становились, и чтобы они немного как бы вот понимали того, что я вот как бы понял. И это очень Богу понравилось. Это было видно. Он и так очень добрый, а здесь вот это, хотя нельзя было представить еще более доброго чего-то вообще. Это нельзя было сравнить даже ни с чем, что я знал раньше. Но он как-то еще добрее стал. Если это, ну, это, хотя невозможно представить. Он и так был добрым очень, радостным, а это еще более добрый. Он настоящий. Я знал любовь мамы, папы, брата, значит, там, друзей, но собаки свои у меня была, когда еще, ну, до школы, еще самый ранний возраст, была собака, она меня очень любила, и она, я знал, что она, ну, она так и сделала, в принципе, за меня жизнь свою могла отдать. То есть, вот я знал точно, но она облизывала меня, смотрела так, что я понимал, что она за меня. Вот, и даже ей не нужно говорить. Она сама отдаст и даже не спросит, за что вообще. Вот просто вот такая удивительная самопожертвенная любовь у нее была, у этой собаки. И мне это в детстве запомнилось, мне еще 5-6 лет, но я вот четко знал ее глаза. Вот она как смотрела на меня, прям все, точно знал, что она меня обожала, я ее обожал. И потом ее не стало. И вы знаете, интересно. Вот тот взгляд, который я там видел, Бога, это даже нельзя было сравнить ни с собакой, с этой, ни с человеком. И вот все, что я знал раньше, просто-напросто не сравнимо. Да. Какая борода, да? Это более реально, чем реальное. Вообще это невозможно писать, вот честно. Я пробовал нарисовать, я пробовал изобразить, я пробовал в живописи, пробовал в графике. Потом, не знаю, может зря, конечно, может погорячился, но я все это уничтожил. Знаете, мне показалось таким пошлым все то, что я изобразил. Когда я изображал, мне казалось, вот я ухватил этот момент. Но как только прекращал работать, мне казалось все это очень настолько, как будто бы слепок с мертвого тела, с мертвого лица. Настолько это было, ну, как бы для меня просто было безобразно. И я это все потом уничтожил. Хотя работал целыми днями, просто как сумасшедший, с утра до вечера. Вот мне казалось, я ухватил вот этот эпизод, вот эти воспоминания. Потому что сейчас, может, что-то притупилось, но тогда я еще более, как бы, жил этим. Но знаете, он похож на тебя, на меня. То есть я не чувствовал, что он что-то... кто-то другое, что-то другое. Это не инопланетяне, знаете, вот какой-то сальфа-центавра, значит, с антеннами. Это, ну, он как ты, он как я. Он как все, что мы знаем. Но я просто был очень сильно удивлен и восхищен, что он есть, и он очень добрый, очень красивый. Знаете, это потрясающе. Я пережил еще чудо в своей жизни, некоторое впоследствии. Но этот эпизод, он самый был такой для меня как бы впечатляющий. И стал таким, знаете ли, по жизни неким камертоном моей жизни, моей судьбы. Не только у музыкантов есть камертон, у художников тоже есть камертон, знаете ли, только художников немного по-другому это как бы делается. Но принцип тот же самый.
То есть то, от чего ты все остальное просматриваешь и от чего ты отталкиваешься постоянно. И знаете, интересно, ну, коль начал, скажу еще, что я видел Христа. Это было уже позже, это было уже в армии советской, я служил тогда. Я видел видение, не выходя из тела, будучи в теле, но я видел тот мир. Я два раза видел видение в своей жизни, один раз это было в армии. И это было в карцере, это была очень сложная ситуация в моей жизни. И знаете, тоже пытался потом, уже спустя годы, пытался Иисуса изобразить, но тоже невозможно. Знаете, может быть, с помощью современных каких-то технологий, там, компьютерная графика, чтобы было движение какое-то, знаете ли. Но вот то, что я знаю, живопись, вот обычная живопись, маслом очень люблю работать, но, знаете, оно как-то передает только отдельные какие-то эпизоды. Улыбка, глаза запоминаются, особенно глаза и улыбка. Просто очень счастливые. Знаете, вот лицо человека... испытывающий большое счастье. И вот у него очень счастливое, очень улыбающееся лицо. Я до того, я не видел ни разу улыбающихся икон, там каких-то там картин. Иисус, да, если где-то на иконах, то он очень строгий. Вот. А знаете ли, да, конечно же, для меня был шок, что он очень довольный, очень радостный, очень такой улыбчивый, и, ну, довольный, как паровоз, говорят, знаете, вот, вот такой. Да, друзья, и, конечно, пусть Господь благословит нас. Христа, Бога, Духа Святого, вот по-нашему, по-материальному, Его, их вообще, троих, Троицу мы говорим, да, Троицу, это единый Бог. Невозможно нащупать, знаете, Бога за бороду не поймаешь, как бы, да, на картине не изобразишь. Вот как бы так вот... не поклонишься вот вещественно, да и не надо это, знаете, Бог многожды, многожды, постоянно в Библии говорит о том, что поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Об этом вся Библия говорит, это Божья мечта, чтобы мы не посредством каких-то образов, изображений, знаете ли, поэтому, вот я называл иконопочитание, но это просто пошлятина, это настолько, вот, ну, оно... недостойно Бога и недостойно человека. Это унижает и Бога, и унижает человека. Это оскорбляет святость Бога и оскорбляет само человеческое существо. Потому что это противоестественно, это извращение, это превращение, это ненормальное состояние. Когда человек он становится перед иконой и целует ее, я сейчас это понимаю очень четко, что это просто религиозное извращение. Это далеко от Бога, так же, как, ну, не знаю, небо от земли. Это совершенно не то, что Бог хочет. Бог хочет действительно, мне нравится в украинском переводе, там написано прагне, жаждет. Отец жаждет увидеть таких поклонников. Мне очень нравится украинская мова. Душа подобается. Да, Украина стала моей второй родиной. Я родился и вырос в России. И несколько лет мы жили в Украине, в Киеве. И хотя я украинскую мову так тогда не слышал. В Киеве в то время украиномовных было вообще, раз-два обчелся. Да, значит, и как бы, а вышиванки, я думал, только лишь остались в музеях где-то, или у бабушки там в чемоданах где-то, в сундуках. Это, кто ж думал, что все как бы пойдет совсем вот так вот по-другому. Но, знаете, в 97-м, когда я приехал в Украину, первый раз в своей жизни и остался, семью привез потом. Вы знаете, меня очень сильно коснулось все это. И мне снился сон, что я проповедую украинскую мову. Во сне я говорил такие слова, язык мне так шевелился, что в жизни никогда так не шевелился, так мягко. Мне казалось, до того казался сна, украинский язык, украинская мова казалась такая, ну, тяжелее, чем английский. Вот. А здесь просто я, ну, обомлел просто. И, знаете, Господь, Он, я так понимаю, когда куда-то направляет, к чему-то призывает, Он дает особенное чувствование, особенное переживание, особенную любовь какую-то, знаете ли, особенное какое-то расположение.
Допустим, я убежден в этом на все 100, и в своей жизни. И если, допустим, Бог тебя ведет в Германию, ты полюбишь немецкие сосиски, немецких людей полюбишь, ты полюбишь Германию, не знаю. Если Бог тебя ведет, допустим, ну, не знаю, в Африку, ты, хотя белым останешься всю свою жизнь, но ты скажешь, мое сердце, оно черное, точно, оно здесь. И так во всем, абсолютно во всем. Если Бог тебя к чему-то ведет, да, куда-то насаждает, куда-то благословляет на труд, то Он даст тебе особенную любовь вот к этой земле, к этим людям, вот, к тому, что ты еще вчера, может, даже и терпеть не мог, и переносить не смог бы никогда бы. Это одно из подсказок свыше, с небес, призвание, о Божьем призвании, божественном призвании в твоей жизни. Если Бог тебя ведет, допустим, в медицину, Он тебе даст любовь к этому ремеслу. Ведет тебя к чему-то еще, Он даст тебе любовь именно к этому делу, к какому-то ремеслу, к этому служению. Если Он ведет тебя к пасторству, Он даст тебе любовь к этим людям, которые даже, может, будут тебе плевать и от тебя открещиваться, и как бы и не хотеть тебя вообще воспринимать, а ты будешь их любить, просто любить будешь их. Вот это свыше подсказка такая для человека, для служителя, что это его призвание, это его место. Знаете, это удивительная история Божьей любви. Это не просто мы, люди, это Бог в нас вот таким образом действует. И держитесь этого, братья и сестры, потому что это очень важно. Это архиважно, куда Бог ведет тебя Духом Святым. И важнейшая подсказка здесь именно как раз вот именно любовь к этому. И пусть Бог нас благословит всех верующих, друзья. И вопросы были о крещении Духом Святым. Также и уже не одна записка была об этом. Да, я крещен Духом Святым. В 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, буквально через, там, ну не помню, там 2-3 месяца, наверное, прошло уже после выхода. И я пережил крещение Духом. Это было вообще, конечно же, своеобразно. Мы с женой... Нет, вначале я, еще будучи традиционным священником, расскажу. Когда вот был у писятников первый раз, вот вчера говорил, да? И потом стал посещать харизматов, писятников, побывал у них на собраниях не раз уже. Но все, один приезжал я. Приехал, побыл, уехал. И вот я как-то даже супруге не предлагал. И однажды она мне, ну, сама напросилась, как бы, можно я с тобой поеду? Пожалуйста, нет проблем. Батюшка рядышком с матушкой. И поехали, поехали. Я за рулем, она рядом сидит. Вот, по дороге пообщались, так еще. Я думаю, надо как-то подготовить ее морально, чтобы не было для нее шоком. Вот. Я-то уже как бы уже там уже считал себя уже более-менее поднаторевшим, знающим. Ну ладно. Я говорю, ты только не удивляйся, там не шарахайся, все нормально. Верующие люди просто они такие своеобразные. И вот, значит, но самое интересное было после собрания. Мы едем уже потемну уже домой, не спеша так. И я ее спрашиваю, ну как, ну понравилось собрание? Она говорит, да, понравилось. А мне так интересно, а что больше всего понравилось? А я думаю, наверное, проповедь, наверное. Мне тоже проповедь очень сильно понравилась.